Всем привет, мы на 280-м стриме, продолжаем проходить Камилку, продолжаем Гравити Мэна убивать, сегодня убьем, ну надеюсь уж, куда же можно тянуть-то, поиграли с ним и хватит, чё там сидеть-то засиживаться особо, правильно? Правильно. Так, турбокнопки нету, ну ладно, поехали. Привет, Владислав, Гендаш, Данил. О, мимо. Он даже Данил уже убил Гравимена, а я еще не убил. А это что за атака? Я и забыл про это. Ну ты же позже меня его начал убивать, по-моему. Или я ошибаюсь? Я в тайминг не попадаю, нифига. Да, лол, и промахнулся. Шестьдесят девять часов? Да не. А, от начала игры? Ну, быстрее меня получается. Что же делаю-то? Да ну ты, значит, ты не серьезно, ты, значит, просто фармил смерти и все, и время. Не может быть, чтобы ты 69 часов старался убивать. Ну, тем более, я знаю, что там уже на четвертом уровне, в третьей Камилле. Значит, скилл есть, не мог ты стараться 69 часов убить. Привет, Бэкджек, нет. Даже не пытался. Thank you.
Ну я фигню сделал, потому что... До фазы с водой через 50 часов начал доходить. Да ну... Ну я не верю в это. Я не верю, что ты старался. Ну... То есть если ты так от балды что-то садился, я не знаю, просто кнопки тыкал, то ок. Но я не верю, что ты пытался пройти 50 часов и не мог даже там до воды дойти стабильно. С учетом, как ты в Камелию 3 там играешь и так далее. То есть я понимаю, какой-нибудь там игрок, который вообще, типа, даже в Айван это не играл, да? Ну, ок, я могу поверить, что он столько посидел бы на боссе, даже стараясь пройти. Хотя и то, это много довольно, но что-то, не знаю, странно. Смотри, допустим, убьешь ты полковника за 50 часов, да? Значит, ты что скажешь, что полковник проще, чем Gravity Man? Это первый босс со светлой гравитацией, которого я вижу вообще. Так что я точно не могу сказать, могу ли я в таких боссах со светлой гравитацией. Ну, как бы хрен знает. Это первый босс со светлой гравитацией, который я пробую. Hey, Talon. В смысле, а у тебя что, партнерка появилась на Твиче?
Просто не видел куда. FFZ. Я не знаю, что такое FFZ и не хочу особо знать. Какие-то надстройки опять, которые у полтора человека есть, а у остальных нету. В итоге все видят какой-то непонятный текст вместо смайлов. Мне это так раздражает, если честно. Постоянно сидишь у кого-то на стриме, какой-то текст, который похож на код смайлов, но в реальности никакие смайлы не отображаются. Ну такой бред. Все потому, что Twitch не может смайлы нормально сделать. Блин, ну я растерялся немного. Некуда там было лететь, некуда. Привет, П2. Казалось, что я проскочу. Привет, Defender. Да нормально все, хорошо. Правда, вот на боссе подзастрял, но это такое дело наживное. А так, неплохо. А ты как? Как там твоя игра Darkest Dungeon? Скоро пройдешь ты? Хочу что-нибудь посмотреть твои стримы, но эта игра меня не интересует, к сожалению. И XCOM тоже. Не мой жанр. Зачем, Агендаж, зачем? Оно мне надо сейчас. Неубедительно выглядит слишком. Ну, босс раш прошел, и что? Игру за часик проходит, а я в
Boss Rush прошел за там сколько, 80 с чем-то часов, да, там сколько я на нее потрачу. Как-то уже это неубедительно звучит. Привет, Михаил. Да ну не попал, что, серьезно? Заново? Да ну, лол. Нафиг такая игра. Удаляй. Ну, хз, что-то жестко тебе не кажется? Это Darkest Dungeon, ты говоришь, да? А XCOM там надолго, да, наверное? Это жесть. Не, ну я пару раз заглядывал, просто ничего не писал в чат. Ну мне как бы, ну типа посмотреть, что за игра, да, это Darkest Dungeon. Ну что-то вообще не вставляет, ну серьезно. Не знаю, мне такое вообще, ну, неинтересно. Но ты хоть получаешь удовольствие от того, или если ты сейчас не пройдешь, ты дропнешь, а? Как, он еще не... Ну блин, он меня в угол загнал. Hey, Blanca. It's fine. Half boss rush. Clear it. Выиграл вторую часть. А, да, что-то читал. Восемьдесят часов. Ну, да, такое. Yes, it's a very hard game, but not hardest. I wanna kill the Camille 3 much harder. Блин, пулька. Не знаю, как-то... Во-первых, мне не очень нравится сеттинг. Давай сразу. Вот такой сеттинг мне не очень нравится. Вот. Ну, во-вторых, ну, не знаю, геймплей такой странный для меня.
Я видел верхнее, не увидел по центру. Блин, я даже не знаю, как сказать чуваку на английском, что типа нет, я ну типа не матерюсь, там все такое. Хрен знает. Это все HP Boss Defender, это все. Ну видишь, вот эта фаза, она рандомная. Вот эти все штуки, они вылетают рандомно. То есть их не заучить никак. Привет, Шаукан. Ну, не знаю, но я же уворачиваюсь. Ну как, ну пока, в принципе, не могу пройти, да. Привет, Такиш. Вот эти вот первые фазы, они полностью статичные. То есть он прыгает всегда по одному и тому же сценарию. И в зависимости от урона переключается на следующую фазу. Но он всегда ходит одинаково. Абсолютно. Поэтому, ну, их можно заучить тупо. Правда, попадая в него не всегда статично, из-за этого получаются разные вариации немного. Вот. Но вот только последняя фаза, вот эта вот, она действительно рандомная, то есть именно RNG. Да, Дефендер? Ну давай. Да, это сложнее больше и Гай. Ну, Гай эти вообще намного сложнее. А сложнее больше. Тоже довольно-таки намного. Ну как? Ну, сложнее, да. Сильно сложнее. Я бы сказал. Но больше я, конечно же, проходил. Я спидранил больше за 1:20. Лучший мой результат. Я только один раз прошел на медиуме. А это первый раз прохожу. Ну, я думаю, заметно по таймеру игры, да? Да блин. Слушай, я так и не прошел. На чем? На Average или на Изи? Если на Total Average, то нормально, пытайся еще. Ну, получится. Ну, я, например, 5802 смерти потратил на Солгрина на Total Average. И ничего, прошел же. Ну, нормально тогда, значит, ты всю игру протащил на среднем. Это чего-то стоит. Это нормально, хорошо, значит, еще. А сколько смертей ради интереса? И сколько уже на Солгрине смертей? Ну, я считаю, ты можешь пройти в любом случае. Если ты на тот Рейвирейдж дошел до Солгрина, ты можешь пройти его. Вот если бы ты на Изи дошел, то это да, это особо ничего не значит, потому что Изи это такое. А если на тот Рейвирейдж дошел, ну все, норм. Просто нужно больше терпения. Больше терпения, нужной усидчивости. Солгрин очень плотный босс, очень сложный. Очень тролльский, богучий и с кривыми хитбоксами, но тем не менее он проходим. Привет, Эрзет.
прям возле меня был. $15,000 это вообще-то мало. Но я посмотри, я, ну ты, возможно, смотрел прохождение, да, на где-то на Ютубе, еще где-то. Я проходил вслепую, да, вслепую. Я не видел игру, когда проходил. Но когда я пришел к Солгриду, у меня уже было 22 тысячи смертей. И плюс еще на Солгрине 5802 смерти. То есть в сумме у меня 26 970 смертей было. Так что, как видишь, ты даже лучше меня играешь для первого раза. Ну, правда, если ты смотрел на прохождение, то понятно, у тебя скидка идет на то, что ты уже знал там некоторые как это, тактики там на боссов, ну, хотя бы видел, да, примерно. Но, тем не менее, ну, то есть, по крайней мере, не хуже точно играешь, да, ну, то есть, явно, явно надо просто посидеть на Солгрине. На тот левереж за 3 дня дошел до Солгрина. Ну хрен знает. Я в это слабо верю. Но если ты до этого на ЕЗ проходил, то понятно. Ну там просто куча летела всего. А, ну тогда и ладно, тогда понятно. Как раз таки после Мегамена там идет изи до Солгрина, ничего сложного практически. Ну только 10 мир там, ну такое. Ну, по крайней мере, 8 и 9 миры явно очень простые на average. Блин. Не, ну так ты, вот смотри, если ты сейчас по второму разу пойдешь, скажем, да? Я не думаю, что хотя бы на одном сейве просидишь больше часа. Ну, вряд ли. Ну, только, ну, на боссах, да, там, может быть, и то. Может, только на Сонике, там. Ну, я имею в виду, кроме Солгрина, раз ты его не проходил. Самое смешное, что на Солгрине можно просидеть и час, и даже больше, даже если ты уже его 2 раза убивал, 3 раза убивал. Это такой босс, что... Блядь, Фрайтак, ну да, я чё, пришел домой, значит надо пораньше. Я просто, может, и закончу пораньше. Вот у меня то же самое, мне Марио, на Марио больше всего горело. Больше всего на Марио горело у меня. На Сонике я уже не знаю, как-то закалился, что ли. Я хоть его проходил дольше, чем Марио, но почему-то я там так не горел. Хотя тоже Соника долго проходил. 13 часов, по-моему. В сумме. Но горело меньше, чем на Марио. А Марио вообще жесть. Thank you.
Чё я сделал? Ну чё... Прошел Соника быстрее Марио? Бывает. Но только РЗ, это сразу говорю, что там еще считать нужно не... Короче, как сказать... по таймеру игры. То есть, ну вот там у тебя идет таймер, да, в игре, вот только вот это суммируешь, короче, а... А все остальное ты не считаешь. Ну там, короче, на speedrun.com можешь почитать правила. Довольно странная система, ну короче, по таймеру игры. Ну и смерти тоже считаются, то есть там приплюсовываешь время там до смерти и так далее, и так далее. Короче, все, что натикало на таймере игры, это считается. Блин, странно, если я не убью сегодня Гравимена. Какой-то он дурацкий. Что-то просто, видите, уже не убил, сколько прошло времени. Все, уже стрим давно идет. Надо чаще доходить до фазы рандомной, до четвертой фазы. Чего я так редко дохожу? Ну как лалка просто. Сейчас что было? Не попал. Да не попадаю, ну лол. Ну как так-то? Я что-то не ожидал, что сейчас эта фаза начнется, если честно. Рандомно на последней фазе не из пола, они из него вылетают. Это рандомно. В том-то и дело. Рандомно. Никак не заучишь. Только микрить. Статично, он бы уже давно валялся бы, этот робот, разобранный на свалке. Блин, ну хорош, ну блин, что за жесть? Хотя как раз идеально. Охо-хо. Блин. Да какая разница? Не убил, значит не убил. Thank you.
знал, что умру, но ничего не мог поделать. Привет, Эльзорга. Ну, где-то 4 хп на сегодня лучше. Чуть-чуть, я думал, он уже чуть-чуть раньше прыгнет. Стрелил. В любой момент могу пройти. Вообще абсолютно. Вот вы сейчас моргнете, а я прошел. Может быть. Нормальная зорка. Гореть от босса в 2016-м. Сейдер.
пропал. Не попал. Твой робот. Чего он так уворачивается-то? Ну блин. Эльзорга тоже меня удивил. Вот на рейпе, на третьем цикле, когда у него осталось 3 хп умереть, вот это было обидно. Ну вообще, конечно, сочувствую, бесспорно. Я про то, что на Сонике такое постоянно бывает, там тролль тот еще. Рандомная фаза? У него есть рандомная фаза, по-твоему? У него только 4 паттерна колец есть, и, типа они рандомно могут выпасть. Плюс рандомный именно вылет на фазу полетов круговых. Водящийся, да, но она вообще не рандомная. Но я говорю, рандомная только выйдет. Вот когда он стартует, говорит, now I show you. Да, вот это вот рандом. Так а при чем тут Aberration? Ну ты же на хардоне играешь, там такое же здоровье. Хардоне столько же здоровья, не упарывайся, пожалуйста. Резорга, не упарывайся так сильно. На хардоне столько же абсолютно здоровья. Как и не попадает в него. Попал. Привет, Тарыч.
нормально, я так и думал, Данил, что там легко промахнуться, но это очевидно. Что ж поделать. Да. Я как только впервые этот сейф увидел, сразу такая в голове мысль, лол, это же промахнуться можно. Да. Привет, Тераван. Ну, что сочувствую? Ну, как бы... Не забываем, что это за игра, и перестаем сочувствовать человеку, который сам избрал в нее играть. Маджон Джон ненавидит. Вон. Чё я сделал? Чё я сделал? Выпить океан? Да ладно, Данил, я шучу. Сочувствую, конечно, печалька. Ну как бы, знаешь, в каждой шутке есть только шутки, да? Да ладно, ну... Привет, динамик. Как горит по 10-бальной шкале? Ну, на троечку. Сейчас именно. Вот на Кримсоне, на предыдущем боссе... Там было, наверное, ну, на 6, может даже на 7. Как, ты еще не перешел на другую фазу? Вот упоротый. Не, ну какой 7 из 10? Ну тут нет, нет чего 7 из 10, коллег. Тут, честно, тут больше скукота, чем горение. Вот на этом боссе. Он, как видишь, он не очень такой интересный, на самом деле. Как мне и пророчили. Поэтому как бы тут больше не горение, а просто рутина. Тем потому что первые фазы статичные, они никак не отличаются. Поэтому такое. Да блин, ну чуть. Что же я делаю-то? Вот лол. Ну ладно, четверочка из 10.
А, последний босс по Айвона Безыкаю? Ну, для новичка сложный, но это не Айвона Безыкаю, если что, это Айвона Килл за Камиле 2. Кстати, а что у меня там на Good Game-то стоит? У меня там Bosch это стоит. Я забыл сменить. Но у меня просто Good Game как бы не является основным каналом, поэтому я там забываю иногда, ну, поменять порой. Давайте, ладно, поменяю, чтобы приличными быть. А, нет, у меня написано страдашки, а его на безыкай. Ну тогда, в принципе, правильно. Ну, игра называется, вон, заголовок, видишь, сверху справа? I wanna kill the Camellia 2. Эта игра раз в 10, наверное, сложнее, чем I wanna be the guy. Привет, Just Observer. Блин, он не сменит, точно он не сменит сейчас. Вот ведь уродец. Ладно, давай так попробуем разрулить ситуацию. Охренеть. А, ну что за, вот это вот что такое, ну. Без привязки к К3. Ну давай, давай, давай. Наверное, сейчас, я знаю сейчас, как скажет. Может быть там 8 углов? Нет. Там 12 углов. 8 сторон. А хрен знает. Ну, сейчас что-нибудь придумаю. Придумал по-любому тогда. Привет, Сильвер. Может там 9 фреймов надо в сумме, чтобы перепрыгнуть? Идеально. Торты напиши в следующий раз, когда ты не хочешь торты, а то тебе придется очень много сообщений писать, если ты будешь писать каждый раз, когда ты хочешь торты. Не, хотя пиши, мне это что. Может не настать, ну вот я так и думаю. Ну нет, тогда ты не будешь никогда писать. Нет, такого не надо. Ладно, пиши тогда, когда хочешь что-то. Что я сказал, не подумал. Жрать хочу? Нет, я поел, мне норм. И тортик я тоже не хочу.
А, что-то я за... Блин, я забыл, у меня на захвате надписи едут прям по чату, блин, это вообще так не должно быть, это я хреново настроил. Ну ладно. Ну давайте все-таки исправлю. Это случайно. Да, кстати, забыл сказать. Я купил в Steam Game Maker Studio Professional со скидкой 50%. Так что теперь полноценно можно разрабатывать на нем всякие штуки-трюки. Слушайте, ну давай же, ну чё ж так не катит-то, а? Да, но тебе же не нужно туда кидом попасть, да? Тебе же не нужно туда кидом попасть, ну такое. Ну, пусть будет, я хз. Не, я знаю, что такое в футболе удар девятку. Покемонов 3D. Покемонов 3D. Таких нету. Подожди, что за покемоны 3D? Ну, в смысле гоу игру делать? Ну я же делаю его на Безубоши ремейк. Ну как делаю? Сейчас пока на стадии заморозки он. Но разморозится, как только Камилка будет мертва. Привет, Снап. Попал, ну серьезно. Пошло. Что я сделал? Блин, да ладно, я думал, я пройду под ним. Я думал, я пройду под ним. Покемоны
покемоны 3D. О боже. Забавно. Ну, посри. То. Не, ну Снап, давай уже стрим. У тебя микрофон нормальный. Что там? Играть ты норм можешь. Активно комментить, это сейчас не обязательно. Как хочешь, так и комментишь. Ну, что-то я не разобрался. Торт, ну, научен теперь донату. Так что теперь, Тор, у тебя Donation Alert, да, включена на стриме, я так понимаю. Что ж такое, ну? Ты не попал. Прыгнул, зачем? Секунду.
забил. Ну блин, Тор, заведи себе банковскую карту и сделай PayPal нормально. И все через Twitch Alert сделай. Там нет таких заморочек, как с WebMoney. Там все очень просто и легко. Реально, там в разы будет проще. Никакой нету чуши просто бесполезной, как в WebMoney. Интересно, сколько в мане сейчас пользователей? Неужели до сих пор очень много? Ну, банковскую карту обычно дебетовую. Говоря, хочется пройти этого босса сегодня. Как-то я уже подустал от него. Тем более я уже больше 10 часов, по-моему, на нем, да? А, по-моему, через 10 минут будет 10 часов, как я на нем. Вроде бы. Если я правильно помню. Вы можете в бегущей строке посмотреть, если интересно. Там написано, во сколько я бы начал. Так пойди по стрим, Тора. В чем проблема? Тебе же все равно тошнит от Тайван. Зачем ты это смотришь? Или ты уже втянулся? Так-то всегда стримеры есть какие-то, которые стримят. Всегда кто-то будет напрягаться. Чего я не попадаю в эту фигню? Вот задолбал.
так же, как и на прошлом стриме. Но не считая того, что на прошлом стриме я оставлял ему 1 хп, а на этом нет. Но то была разовая акция, так что не считается. Блин, да ты можешь не падать в эту штуку? Ну... Какой-то дурацкий вопрос, если честно, я даже не знаю, что ответить. А почему должны? Ну я же не стримлю XCOM 2 и даже похожие игры. От меня никто не требует пройти XCOM 2. Логично, почему? Потому что я подобное не стримлю. Почему мне должны обсуждать их XCOM 2? Он вообще количество атак не увеличивает. Он меняет атаки только. А так он вообще никак не увеличивает. Привет, Рентаро. Привет, Insomnia Fire. Ну, я ее поздравляю. Не, серьезно, поздравляю. Я рад. Ну, как бы просто непонятно, к чему ты это говоришь. Типа, ты намекаешь, что я днище? Ну, ок. Вчера СК2 ТВ обновили сайт. Ну блин, снап. СК2 ТВ вчера обновили. Теперь отменили платные подписки на стримеров. Но это не значит, что теперь нету мастер-стримеров. Просто отменили именно платные подписки. Теперь, я так понимаю, как и планировали, нужно просто задонатить, допустим, 100 пикоина задонатишь стримеру, у тебя-то появляются смайлы первого уровня его. Задонатил 300, появляются смайлы второго. И донатил 600, появляется иконка. Ну, то есть, нету именно подписки, просто донат. То снап была не радость по той табличке, то что ты пометил как радость. Это было это было удовлетворение от победы с эмоциями после жесткой битвы, давай так.
да и не надо тоже. Я же никого не призываю донатить, это чисто по желанию. Я и так могу стримить. Ну почему Snap? Они просто обкатывают идею. Они посмотрели, учли недостатки и поняли, что лучше будет так. Это все. Смотрю спидраны Камиле второй. Бывает просто сервер. Не, ну вторую камилю за 2 часа проходить это очень жестко. Вы представляете, вот сколько я прохожу, да? Сколько там было всего сложного. А еще сколько впереди. И все это за 2 часа. Ну лол. Что такое? Ну причем за 2 часа это же типа, ну, еще даже такой средненький результат. А рекорд 1:10. Ее все рекорды мировые по камилкам. Первая камиля, вторая и третья. Мировые рекорды. Ну, по any percent. Давай, Тор, удачи. Ну, вообще-то не опять, а это впервые, потому что раньше у него вообще не было по третьей камиле результата официального по полной игре. Да и по первой, по-моему, он не был рекордсменом, он был на втором месте. А по второй, да, он давно. ВФ там, наверное, пипец сколько нервных клеток на больше стратил.
А, Игенлаш, ты же смотрел спидран его, который час 10? Как ты думаешь, много он там ошибок совершал? То есть можно вообще за час пройти? Ну, если париться, вот как Бибиев с Боши. На Бусраше одну смерть, жесть. Ну нет, ну первый он сделал полный забег по Камере 3, но это был полный забег по неполной игре. Так что это не считается. Конечно, не считается. Это ж другая категория. Считаешь, что это другая категория? Которой ныне уже нету. Вот представь, если, ну так, гипотетически, да? Гизер вдруг доделает. I wanna kill the guy, именно тот, не, то есть не полный ремейк сделает, а именно доделает старый, да? Ну, гипотетически. И тогда все, все спидраны, которые были до этого, они действительно, и все, никто не спидранил I wanna kill the guy, полную игру тогда получается, ну, которая будет доделанная. Естественно, все обнулится. Ну, может, на время оставят, типа, категорию, там, до какого-то, ну, до гизера включительно босса, да? Но потом в итоге будет другая полная игра. За 41 минуту до босс-раша в Камире 2? Ты хочешь сказать полчаса на босс-раше все остальное? Это реально? Я думал, типа, наоборот, до бусраша это меньшее количество времени, а все остальное это большее количество времени. Все минуты, Камили. Что за жесть? То есть босс раш и до Камиль 7 минут? Нафиг таким жестким быть.
там же негде резину тянуть. Попадаю, ну. Фигню сделал. Нахрен начинать слева, это вот так вот. А лучше все-таки цикл пробегать и справа ее начинать. То получается какая-то задница. Блин, я не нажал прыжок почему-то. Нет, Эген Лаш. Как получится. Я как бы и на прошлом, и на позапрошлом стриме уже давай убивал. Из четырех. Шесть. Семь. Что? Что я делаю? Ну, блин, легко сказать, заведи. Thank you.
Да нет, дело не в ответственности, а вообще завести. У нас как-то на рынке ручных пророков как-то дефицит. Выжил там. Не прёт. Я потому что промахиваюсь. Если бы не промахивался, то все пошло бы хорошо. Вот промахнулся. А, блин, зря, я не расстрелял одну, да? Еще цикл. Блин, да ну он задолбал. Привет, First. Четырех.
Почему я каждый раз, когда начинаю идеально наносить урон, я погибаю на дурацкой воде вот так, именно таким вот образом? Я не понимаю. Уже, я думаю, прошел грави, пока ты это писал. Опять он сейчас не убьется. Блин, убился, а я думал. Еще один урон надо. Блин, я думал, еще один урон надо. Давайте считать, короче. Что-то мне визуально плохо получается. Посчитал. Че это цитата сна? Все-таки убил Марио, ну поздравляю. Нафиг. Да. Ну это я музыку вставил, тут в оригинале другая была. Которую банят на ютубе, из-за этого я брал. Раз. Два.
Да, это заставка Мегамена 3. Ну, естественно, там она 8-битная. Играла Snap. Третий Мегамен. Не X, а обычный. Разумеется, это ремикс. Ну разумеется, ну как может быть на 8-битном NES'е именно эта композиция? Ну блин, я думаю, это даже не стоит как бы оговорку такую делать. Ну блин, на 8-битном не может быть такого. Как же тяжело читать это, а? В смысле, там, где секретка, или там, где уже почти конец мира? Такие тупые смерти, что-то вообще жесть. А, ну значит, это, ну, уже почти конец мира. Ну, правда, там сейчас самое интересное начнется. Но формально это почти конец мира. А, у меня? Ну... Да, у меня был, да. Но этот реквест был еще с декабря, я тогда половину только прошел до 7-го мира. А вчера-то прошел до конца.
Там можно было брать только лишь первый сейв в мире и еще два сейва по моему желанию в этом мире. Причем седьмой мир считается как за один мир целиком. И сейв перед боссом это тоже пожелание, ну один из двух пожеланий. То есть типа нет такого, что ты по-любому перед боссом засейвишься, нет. Даже. Ну что-то он долго возился. Попал. Что за лол? Я не могу с первой фазы. Я раньше с первой фазы, в принципе, стартовал нормально. Третью фазу. Ну, вы поняли, с одного пропуска третью фазу. Сейчас вообще не могу что-то. Ты же понимаешь, что ты половину четвертого мира пропустил из-за розовых платформ.
Тогда на чисер ты играл на Total Heavy Rage, то жара бы пошла бы раньше, чем в башне ВВВ. Сколько, два раза, да, по-моему? Три. Так, три. Четыре. Пять. Шесть. Что такое-то? Привет, Дмитрич. Как странно, да, получается? Я думал, что у меня самое тяжелое будет Destination Boss. В итоге Destination Boss мне дался очень легко. А потом Crimson Boss, я думал, что он типа, ну такой, не очень простой, но именно я его пройду быстро, поскольку я проходил его уже в Гитрексе. В итоге он меня запарил больше, чем Destination. Потом я, когда прошел Crimson, думаю, ну все, осталось-то два самых простых босса. И в итоге я на Gravity Mania больше страдаю, чем на Crimson и Destination, по-моему, вместе взятые. Что за лол? Я не посчитал урон. Ну, вроде бы еще два... Нет, еще... Нет, все было правильно, уже было последнее. Привет вас, папе, нет. А, не-не-не-не, куда ты стреляешь? Фигню сделал. Я купил Game Maker Studio Professional, фаст-папе.
на деньги, не которые зрители мне задонатили, а на деньги, которые мне родственники задонатили. Так что это я об этом сразу сказал, что если будет скидка на GameMaker, то я куплю. Была скидка 50%, я взял. Нет, ну естественно, я не рассчитывал, что он прям изи-изи, да, но как-то я не думал, что я столько буду на нем страдать. Конечно, тут Камиле 2, Boss Rush и дальше, ничего нет изи. Абсолютно, да. Но я не думал, что я именно столько буду на нем страдать. И то, я же еще не отстрадался. Сколько еще я на нем посижу, неизвестно никому. Теоретически, каждая попытка может быть победной. Может быть, вот это сейчас... победная попытка, и мы это в хайлайте будем слушать, этот разговор. А может и нет. Может еще часов 10 просижу. Вообще не знаю. Ну нет, этот разговор мы не будем в хайлайте слушать. Нет, донаты зрителей идут туда, куда надо. То есть на клавиатуру. Ну такое. Ну так у меня гизер занял 10 часов 30 минут, в принципе. А инфрюка не помню сколько. Так что, в принципе, как ты описываешь, так и происходит. Но инфлюка я не помню. Ну, там написано вон. В бегущей строке. Два часа 33 минуты. Девятнадцать. Воу. Чувствую. Ну я понял. Безумие было, увидели, что сейчас происходило? Я просто выживал из последних сил, но я понимал, что все пошло не по строте.
Да, 20 минут 3 экрана на первом уровне, ну, нормально, наверное, я не помню. Я не знаю, сколько там они проходятся обычно. Ну, в смысле, я имею в виду при первом прохождении. Сервер хопендов прошел. Не знаю, сколько урона сейчас у него внесено, если честно. Ну ладно, визуально буду ориентироваться. Забыл, что надо ориентироваться, если честно. Просто стою, бью его. Блин, зачем я прыгнул? На следующем стриме пройдешь? Ты на стрим даже этого пройдешь? А, точно, ты же экраны все на стрим проходишь. Нет, не все, один ты скипнул. Ну что я делаю-то? Может так даже лучше стартовать на самом деле. Лол. Слушайте, я сейчас стоп-старт записи. В какой момент я сейчас его перевел на четвертую фазу? Этот момент явно лучше. Я что-то даже не обратил внимания. А, на один удар раньше. На один удар раньше я его... Да, слушайте, это лучше. Это лучше. Ну-ка, теперь надо проходить.
Считайте, у меня на один свободный удар больше ему становится. Но, блин, чтобы за первый цикл это сделать, надо ни разу не промахнуться в районе. Да ну нафиг. Ну, если что, на втором цикле какая разница. Но буду дожидаться именно той фазы. Куда я должен был идти? Меня переклинило на мысли, что надо дожидаться будет сейчас целый цикл еще. Я забыл, куда мне идти. Немного задачный я. Подожди, это был вот 7. Ладно. Ну, теперь ждем, пока вот здесь нарандомит, чтобы я в левый угол перешел, и все, и можно сказать, что там, по-моему, убийством уже пахнет. То есть, видели, я сейчас влево полетел, а там было две ковришки. В следующий раз их там может не быть. И там будут синие шарики, которые меня убьют. А в следующий раз, может, там не будет ни ковришек, ни синих шариков. Тогда я полечу в угол, и мне, считайте, целая фаза, целый цикл, он будет бегать далеко от меня. Блин, тут опять ковришка летела. Ну вот, считайте, это прогресс в тактике, в страте. Она, по-моему, стала лучше явно. Опять ковришка там полетела. Ой, да уже кто только не писал пророк, что пора. Ты не оригинален.
Плохая фаза нафиг. Да ну! Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хорош, хоть выживи хоть раз там, ну. Ну, я в курсе, что там микрить надо. Ладно, не буду рестартить. Ну вот к чему приводят не рестарты с промахами. Потому что я просто не могу эту фазу выжить. Самое начало. Два раза промах, вообще не помню, что за фаза. Хз. Ладно, я не попал ни разу. Так, пять вроде бы. Шесть. Ой, это уже была финальная. Стоп. Он чуть-чуть возвращается же. Значит, надо левее чуть-чуть еще у края самого стоять. Привет, Контригер. Ну чё, как твой Adventure Island там?
Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Отлично. Идеальнейший его довел до четвертой фазы. И... тупо ни одного промаха. Попал по нему. Прошел. Жесть, в 9.50. Ну теперь ты хотя бы понял, что такое пацифист ран. Осознал всю суть игры. Он не то... Блин, я забываю, где он полетит. Блин, спасибо, пророк, но у меня, к сожалению, уведомление на SSK2 выключено. Блин, ну... Спасибо, ценю это. Теперь у тебя два смайлика есть по новой системе доната. Я, конечно, хотел бы сказать, что это пойдет на клавиатуру, но, как я уже говорил, я подал заявку на вывод биткоинов, поэтому это пойдет на клавиатуру, если наберется 1000 биткоинов. Ну, ты знаешь эту систему адольфовскую. Но, в любом случае, спасибо, круто. Неудобно, блин, прикинь, по каждому там 10 пикоинам выводить там, лол. Как бы логично, откуда сумма-то такая взялась для вывода. А, не знаю, мне кажется, каждый месяц. Просто раньше была платная подписка, а теперь просто задонатить. То есть, по сути, ничего не изменилось, кроме того, что теперь тебе нужно донатить не в подписку, а просто как бы как обычный донат. Типа, неважно даже, ты донатишь ради смайлов или нет, там, да,
Но в любом случае, если ты затонатил 300 пикоинов, то смайлы у тебя будут. Ну, в смысле, даже 100 пикоинов это на один смайл, а 300 на два. Так, плохая страта. Он меня пульками там убивает. Либо мне нужно подпрыгнуть в воздухе обязательно, либо идти направо все-таки. Так, старт записи. В принципе, я могу просто подпрыгнуть в момент, как, два раза сделать двойной прыжок, в момент, когда он начинает опускать пульки. Нет, у меня фейл чат. У меня фейл чат. И, кстати, про Року, ты же фанат там Адольфа, да? Как там? То есть, смотри, если, например, я задонатил... там 50 пикоинов, потом 100, потом еще 50, там, да, и так далее. И в сумме у меня донат этому стримеру, ну, скажем, за месяц да, собрался 300, да, то у меня откроются два смайла? Или нужно именно единовременно 300 донатить? Ну, зеркалить, видишь, зеркалить тоже очень сложно. Попробуй пока не зеркалить, а вот как я сейчас думаю. А, откроются, да? То есть даже Владислава может открыть, в принципе... смайлик, и он же по 10 иногда кидает. Шипик точно может открыть. Описание стримов. А что, его нету? Так, 3, 4, 5, умер. А, он верующий? У меня на месте описание канала. Кстати, контригер, а что сегодня будет за стрим-то? Какой-то следующий реквест? И да, про итак, ты во сколько там начнешь стрим? Тоже вопросик такой. Почему я на своем тогда вижу? Странно. А у тебя масштаб страницы 100% стоит? А, после меня? Блин, вот не поверите, но мне так не хочется заканчивать стрим, не убив Гравимена. То есть именно вот, как бы, дело не в том, что, ну понятно, что там его в принципе хочется убить, да? Но как бы просто очередной раз заканчивать стрим, зная, что я не убил этого босса, такая, дезморалит сильно эта мысль. Да вот не знаю, на самом деле, до скольки. Я, наверное, хрен знает, приду на стрим сегодня или нет, потому что вон про Attack My Request будет стримить.
Кстати, я не знаю, что такое Урапаник. Реквест 40 винков. Не, почему не приду? Не, да. Как раз к тебе-то я приду. Мы же уже договорились. Только платформер, ой, ну нормально, я не особо и хотел его смотреть, если честно. На Sony PlayStation игра. 3D платформер. Такой как бы, ну детский такой, но забавный. Нет, почему не викинги, винки. Я его ни разу так и не проходил в детстве. Несколько раз начинал и доходил примерно до середины каждый раз. Ну, максимально там чуть больше середины. Ну вот интересно, что же там все-таки в конце. Реально интересно, я нигде себе не спойлерил ничего. На Твиче ты можешь зайти, там не надо ссылку кидать, там уже можно по нику кликнуть и это, ну ты знаешь, там будет подписаться. Ну, не так. Я ж забыл, там надо было что, я хотел прыгнуть, да? Ну, снап, по логике. Там в игре нужно спасти 40 винков всего за всю игру. Я спасал где-то максимум, по-моему, что-то 26 или 28, что ли, что-то типа того. Ну, Гантриггеру лоу скилл, я думаю, не пугает. Почему? Ну, я не проходил не из-за того, что сложно, а по разным обстоятельствам. То карту памяти нужно было отдавать, потому что была не моя, то Соньку продал. То потом на эмуляторе взрывал, и
куда-то я сейвы, по-моему, потерял. Ну, короче, причины такие стрёмные. Ну, снап может быть. Или там после 40 винков еще какой-нибудь финальный уровень, где там уже нету винков, но нужно что-то сделать. Да, откуда я знаю. Но по, как бы, по логике вроде бы все-таки именно так. Надо было жить, сейчас была бы очень хорошая позиция. В смысле, фейл-чат к СК2ТВ не подключается. А не СК2ТВ к фейл-чату. Я хз. Там... Попробуй без подчеркивания. А я не знаю, сколько я ему нанес урона. Ну ладно, визуально было. Не хватает реакции, все. Не хватает чтения атаки. Ну так оно не, оно искажается. Например, у Фабино, по-моему, без подчеркивания. У Пророка там вообще без этих квадратных скобок. Не факт, что то, что там если когда твое написано, то так и будет. Просто пророк, когда ты смотришь на последнюю атаку, ну я имею в виду ты как зритель, да? Ты думаешь только о том, что увернуться от ковришек и от этих шариков. А я еще думаю о том, чтобы не попасть на самого Грэмимена, чтобы он в меня еще не пострелял, и чтобы он находился желательно подальше от меня. То есть вообще не забывать, в какую сторону он сейчас движется, да? В голове держать нужно его траекторию. Ну то есть... Сейчас какие движения он будет делать. То есть тут нам немножко больше нужно крови держать, чем кажется. Не только чисто обороты от пули, это идеально.
Да ну как же он неудачно-то выпустил. Нифига себе, у тебя стиралка там по спапе. Так, ну-ка ща. Немного задолбала меня мелодия. Давайте попробуем вот эту. Не очень, конечно, по ритму она подходит. Тут надо что-то более медленное, по-моему. Нормально, да. Ладно, как я не попал-то? Да ладно, ну... Боро, ты босс. Читы кончились. Попал. Что за? Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Так, надо два раза попасть. Thank you.
хочу я промахиваться на первой фазе, но лол. Привет, Декстер. Да никак. Никак. Ну я просто смирился с тем, что... Ну как бы, босс пройдется тогда, когда пройдется. Я сейчас уже не пытаюсь его пройти быстрее. У меня, в принципе, запас по дням большой. Довольно, я считаю. Ну, есть. Просто, ну, убиваю и убиваю. Все хорошо. Не убью сегодня, но ок, убью потом. Потому что иначе я уже буду гореть жестко. Антипригарную защиту, короче, включил. Как там клоп твой? Крякнутую версию пробовал? Я не попадаю в него даже. Сколько можно? Ладно, давай так. По-твоему, пророк, я не пытался уворачиваться сейчас от этого? Да ладно, наоборот, тебя должно это не дезморалить, а лучше, потому что если даже BBF там тормозит, то значит, ну, она действительно сложная, эта фаза. Конечно же, я не попал. Но что это? Вот это сейчас тоже это микрима было? Я хрен знаю.
Данил на него потратил 56 часов на этого босса. Посмотрим, сможем ли мы пройти быстрее. А, это был не последний удар, ну ладно, давай так. Декстер, вообще все, кто проходил этого босса, подсказывайте, как вы действовали на четвертой фазе? Ну, то есть в целом, я понимаю, что там рандом, но в целом какая-то же была общая острота. Я пытаюсь подбирать, но пока что-то тактика выходит. То есть все-таки зеркалит, да? Что? Как я бы это мог умереть? Вон, проходил 60 часов до него этого босса. И почему на 15? Я уже нормально, на нем 11 часов сижу. Понятно, то, что и Снап мне говорил, то есть все-таки подальше от него держаться.
наверняка мог сейчас умереть на этой фазе, но почему? Это же абсолютно стабильная фаза. За счет, ну ладно, фиксно. Вроде бы два удара. Непонятно, как от этого шипа дойти даже. Ну нет, никак больше на рейпе. Ну просто слишком сложно сравнивать. Там больше на рейпе тебе нужно пройти кучу экранов без сохранений, а тут сохранений много, но зато каждый момент намного сложнее. Да ладно, я думал еще один удар.
если ты больше уже прошел раз 20 на Average, там, на Хардоне, да, поспидранил там немного хотя бы там, за 2 часа хотя бы, да, то уже рейп не будет таким сложным. Ну, он сложный, безусловно. Как видите, я его даже пройти не могу, да? Но все-таки... А как бы, ну, нельзя же сравнивать, типа, если больше сразу на рейде проходить, то это намного сложнее, чем Камиле 3 даже. Хрень какая-то, Беленко. Да ну какая-то задница, я не знаю. Зачем ты в такое играешь? Фигню сделал. А, Z3, ну можешь даже не кидать мне это. Z3 выкинуть на помойку. Как и Z1, и Z2. Пусть проходят мне это что. Но я точно ни одну из этих частей не буду проходить или пытаться проходить, или проходить один уровень, или одного босса. Вообще, я не буду их даже качать на свой комп. Но правда, Z3 на самом деле у меня есть, потому что у меня она в субботней рубрике была. Ну вот, но только лишь из-за этого. Игра вообще плохая очень. Она типа косит под Камиле, по своей как бы структуре, да, там. По фишкам там, типа, оформление. Но она вообще такая некачественная. Такая трешовая.
Так куда за три прошел? По-моему, один сейв взял на первом экране или нет, или не взял. Если что, я игру видел больше, чем один экран, ну, там, на стримах и так далее. Последнего босса видел, который вообще такой ни о чем. Ну, типа, ну, не сказать, что прям совсем трэш, да, но среднячок. На последнего босса он не тянет никак вообще. Ну, я не помню, короче, то ли я до второго экрана дошел, то ли нет. Ну, то есть, ну, максимум это только до второго экрана. Или даже до него не дошел, не помню. Личный рекорд поставил. Идеально урон. И не попал, конечно. Как-то можно было увернуться. Хай, Индонезия. Что я сделал? Поможете? Он типа спрашивает с определенных стран, да, надо как поискать каналы.
что ж такое, не попадаем в него. Я ни разу не попал. Лол. Надеялся, что он меня перекинет вниз. Успеет. Такой генлаз. Декстер, сколько у тебя было смертей, когда ты прошел игру? 80 тысяч? Вот вы что, еще 60 раз будете у меня юбилей праздновать по смертям? Вот это Камилию вторую прошел. Давайте, короче, знаете как? Давайте сейчас я с Камилией закончу, и то может быть что-нибудь еще поиграть. Просто как бы, если честно, силы стримить есть еще. Силы Греймена убивать нету. А, 40 тысяч. Ну я походу побью твой результат. Ну в смысле побью в плохую сторону. Не, я думаю, может быть... Хрен знает. Не, кооп удаляюсь на... Хотя... Ну ты готов сейчас со скайпом, Снап? Если готов, то в принципе можно, наверное, немного. Может быть полчасика или чуть больше. А, то есть в сумме у тебя было 40 с чем-то тысяч, 60 с чем-то тысяч. Ну да, на стрим. Не, ну кто не захочет, разойдется, а чё? Почему нет? Клоп? Нет, не клоп, а кооп. Чё, тех клопа не хватало, что ли, на стрим? Ну давайте-то так, то есть я тогда
запись эту завершаю, да, типа стрим по Камилке заканчивается. Всем спасибо, что сидели. Ну, завтра, наверное, еще соберусь силами, еще Гравибена будем пытаться убить. Но сейчас... Так, это стоп.